Приветствую всех зрителей моего канала. Мне многие задают вопрос в личку, там, типа, что за хайп, что за форевы, типа, что за очередь, ты что, продался, типа, тебе заплатили, сайт хоть стартанет, типа, в общем, куча вопросов, и я лично сейчас решил ответить вам на все вопросы. То есть, я никогда не рекламирую хайп-проекты, то есть, это сайт не инвестиции, это живая очередь, то есть, реально настоящая живая очередь, это как админ 110 карат, то есть, здесь пишется, кто и когда на выплату, я уже прошлым стартовал у 110 карат, и вот видим, пишется кто, когда, на очереди. Так же самое здесь будет и Forever. То есть Forever — это первый их проект. Здесь просто запускают новую программу. Я решил не поучаствовать. Я ранее не участвовал в их проекте. То есть зашел сейчас именно на новую программу. Новую программу вы можете изучить по видео, то есть, которое на главной есть. То есть сайт будет платить это 100%. То есть я уверен в этом. Здесь никого не нужно приглашать. Здесь просто зайдите, оплатите и займите свою очередь. Я лично тоже так сделал. Просто мне надоело уже отвечать всем одно и то же. Я не продавался, то есть я зашел лично за свои деньги. Давайте посмотрим, то есть по вкладкам. Я оплатил $50. Это мои лично в деньги я вложил, потому что админу я доверяю. Вот видим, вложил $50, то есть $10. Ну, в общем, видно, какие места я занимал. То есть, как я и говорил, на 5 мест я зашел. Кстати, у меня упала ревка. Я не знаю, Андрей, если ты видишь это видео, то посмотри, какую ты очередь оплатил, потому что, возможно, ты зашел в основные там или звездные очереди. Это старые очередя, они тоже работают, но я сейчас рассказываю про новую очередь. То есть вот видим, пишется, сколько участников, кто сейчас на заполнении. Здесь видно активные очереди, ну, типа завершенные. Вот здесь активные, то есть ваше место будет писаться, которое вы заняли. Завершенные — это которые закрылись. То есть вы все сможете проследить. Это все в открытом доступе. Так само есть и в 110 карат. То есть вот видим, тоже сейчас очередя, которые на заполнение. То есть вот 46 место, 13. То есть эти проекты не закрываются. Здесь есть общий банк, который скапливается, там кто-то занимает места и получаете деньги. То есть принужденная, как говорится, покупка в течение там 10 дней, там может 15 дней. Ну, в общем, вот такая вот система. То есть проекты долгосрочные, можно никого не приглашать, зашел. Я лично вам даже могу сейчас показать своих рефералов. То есть меня много не оплатило, потому что я мне нечего скрывать. Вот видим, 4 человека меня оплатило. Один из них пригласил одного. Ну, в общем, вот видите сами. То есть мне нечего скрывать. Я не собираюсь даже зарабатывать здесь особо по рефералке. И мне важно, чтобы очередь хорошо зашла, чтобы вы заработали, чтобы многие заработали. Потому что именно в 110 карат многие мне и благодарили. Потому что там тоже очень мало народу оплатило, но регистрации было полно. В общем, вот такая вот живая очередь. Кому что непонятно, задавайте вопрос в комментариях. То есть я отвечу с радостью, может, с кем-то даже в скайпе пообщаюсь. Здесь все просто, вы занимаете место. Как занять место? То есть нажимаете «Мой баланс», пополняете. Вот, например, ввели там $10, потом нажимаете там кнопку «Payer» и оплачиваете. Как занять место? Нажимаете «Елочка 1» или там «Елочка 2» за $70. Я лично за 70 не покупал, я купил 5 мест за $10. Я считаю, что эти очереди будут намного быстрее закрываться. Так что советую вам тоже приглянуться. Очередь стартует 24 декабря. И, возможно, даже до Нового года мы сможем хорошие деньги поднять. Даже там по 700. Короткие матрицы. На прошлом ролике я писал уже, рассказывал, как все будет работать. То есть маркетинг мне понравился. И вам советую приглянуться. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на мой канал, ставим колокольчик, чтобы не пропускать следующих моих видео. Всем хороших заработков. Пока.